Потом приходит от нее письмо. Прости меня, Юрочка, со мной случилось несчастье. Я телеграмму тут же. Напиши подробности несчастья. Под ложечкой сосет, я чувствую. Дождался подробностей, учитель там. Почистый вернулся, три пальца ему оторвало. Ну, она у его матери квартировала. Не значит. В общем, три пальца не помеха оказались. Я бегом в финансовую часть, заявление писал, отменить аттестат. Спать не могу, есть не могу. Картинки в мозгу представляются, как они там любовь крутят между собой. Пуля не берет, я иду прямо лезу, ничего не берет, и свиреть начал. 4 месяца, тут в груди как нарыв там, и болит, все туда разорвать хочется, вытащить оттуда. Через 4 месяца вызывает меня комиссар, говорит, поедешь получать новые самолеты, неофициально неделя отпуска. Жене заедешь, я говорю, жены нету. Была, вышла, вся. Он читал твое дурацкое заявление, вот это про аттестат, я его отменил, при ней аттестат. И мурашки меня пошли, думаю, вдвоем аттестат шрете, там поеду. Сел, поехал, ехал дорогу. Приехал в райцентр, приезжаю. В райцентре встретил райуполномоченный милиционер, встретил меня, здравствуйте, говорю, здравствуй. Какого хрен. Жару нет. Да, вместо угля одна пыль. Да. Говорит, получил телеграмму от вашего командования. Я предупредили. Так что до деревни, ну что тебе, 22 километра. Куда ты на ночь поедешь? Поехали ко мне. Хороший такой хлопец. Все, поехали, переночуешь, а утречком я коньяк у тебя достану, сядешь, поедешь, все будет. Хорошо, пришли, жена на стол собрала, там все, спиртик поставила, пошла, мы сели, пьем, молчим. Значит, потом он говорит, а я про тебя все знаю. Я говорю, ну знаю на здоровье, а сам я не понял, что он... И там, я как глухонемой, ну так разговаривал, ему отвечал. Пьет он хорошо, я тоже, опять сели, пьем, смотрим. Говорит, пожалуйста, у меня к тебе есть просьба. Только ты скажи, вот скажи, дай слово, что ты мне ее выполнишь. Я говорю, даю, тоже так, мне все, даю. Говорит, учи ее, чем попало, как попало. Только чтобы бессмертие у меня было, учти. И вот так постукал по столу.